Учебный курс «Введение в систематическое богословие». Циклы лекций по посланию к Римлянам. Лекция 1. Измена истине. Думаю, что сегодня я лишний раз докажу правоту известной пословицы: «Глупый лезет туда, куда боятся заглянуть ангелы». Потому что всего за несколько недель нам предстоит совершить нечто, что приводит меня в ужас. За это время мы рассмотрим ключевые моменты послания апостола Павла к римлянам, обозревая, так сказать, все послание с высоты птичьего полета. Я ужасно волнуюсь. Видите ли, мне приходилось читать курс лекции по посланию к римлянам в самых разных аудиториях, где приходилось рассматривать его с различных точек зрения, под разными углами, очень пристально. Я привык подходить к этому процессу ответственно, кропотливо изучая это послание стих за стихом, так что весь курс лекции обычно занимал не меньше года. Итак, я хотел бы начать с того, что послание к римлянам, несомненно, представляет собой magnum opus, величайшее творение апостола Павла, потому что из всех написанных Павлом посланий именно в нем, в сжатой форме, мы находим наиболее ярко выраженную стройную систему богословских взглядов апостола. Среди теологов считается, что послание к римлянам дало толчок к развитию реформации, так как именно в ходе подготовки проповеди по нему Лютер сформулировал важнейший для реформации тезис об оправдании только верой. Влияние, которое оно оказывало на христиан в течение церковной истории, огромно. Оно прослеживается уже с первых веков христианства. Давайте вспомним об обращении святого Августина, который в юности вел дикую и распутную жизнь язычника, но однажды, как он сам пишет, увидел играющего ребенка, который повторял одну и ту же фразу: толле леге, возьми и читай, возьми и читай». Он взял Библию, раскрыл ее наугад, и тут его взгляд остановился на тексте из послания к римлянам. Эти слова заставили святого Августина изменить всю свою жизнь. Джон Уэсли считал, что обращение произошло с ним в тот момент, когда он слушал на улице Олдергейст в Лондоне проповедь, посвященную посланию к римлянам, и вдруг почувствовал, как в сердце его стало необыкновенно тепло. Поэтому, приступая к изучению послания к римлянам, я чувствую некоторый трепет и нерешительность ввиду значительности этого произведения. И еще потому, что именно в нем апостол Павел с наибольшей ясностью раскрывает глубины своего учения о спасении посредством оправдания верой. Итак, краткое введение закончено, а теперь давайте начнем, собственно, исследование и посмотрим на первую главу этого послания. Начало письма, которое мы видим в первой главе, характерно для всех писем Павла. Оно включает в себя приветствие и выражает озабоченность делами общины, к которой обращено это послание. А затем в 16 стихе 1 главы он говорит: «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия ко спасению всякому верующему, во-первых, иудею, потом и эллину. В нем открывается праведность Божия от веры в веру, как написано: праведный верою жив будет». В этих немногих словах, как полагает большинство ученых, Павел выражает основную мысль всего послания. Главное, о чем он хочет сказать своим слушателям, это то, что Евангелие – откровение Божие о получении человеком праведности Божией, которая дается через веру во Христа. Размышляя над этим отрывком, Августин писал, что когда апостол Павел говорит о праведности Божией, Он имеет в виду неправедность самого Бога, которая вечно и имманентно присуща его природе. Скорее, он говорит о той праведности, которой Бог наделяет людей через веру. Павел не случайно цитирует слова из книги пророка Аввакума «Праведный верой жив будет». После этого можно предположить, что апостол сразу же начнет излагать Евангелие, которого он не стыдится, которое считает силой Божьей ко спасению и которое, как он говорит, обращено как к евреям, так и к эллинам. Вы ждете, что он тут же начнет последовательно развивать доктрину оправдания. Но этого не происходит. Вместо этого апостол заявляет об откровении гнева Божьего, явленного всему миру. В контексте первой главы Павел развивает идею так называемого «общего откровения». Почему оно названо «общим»? Да потому что в этом откровении Бог являет себя всем людям. Мы склонны думать, что единственное откровение, которое дано нам Богом, содержится в тексте Священного Писания. Но в теологии такое откровение называется особым, в отличие от общего откровения, которое дано Богом всем людям. Я надеюсь, в дальнейшем мы сможем понять, почему Павел начинает с общего откровения. Видите ли, обычная схема проповеди Павла строится в направлении от закона к Евангелию. Я всегда говорил и сейчас повторю, что благая весть Евангелия не может быть понята и воспринята именно как благая весть до тех пор, пока мы не поймем до конца ужасной вести, которую несет нам закон. Евангелие может стать благой вестью только для тех людей, которые видят над собой угрозу суда Божьего. Суть оправдания заключена в ответе на фундаментальный вопрос: каким образом неправедные и грешные люди могут надеяться на восстановление отношений со святым и праведным Богом? Оправдание есть не что иное, как превращение неправедного человека в праведного, объявление его праведным, его искупление посредством жертвы Иисуса Христа. Христос – наша праведность. Это самое лучшее, самое доброе известие, которое только можно себе вообразить, если только мы способны будем понять, что Бог праведен, а мы нет. И что на основании Божьего закона мы все являемся преступниками. Но, к сожалению, в наше время наша культура позволяет нам думать, что мы не являемся преступниками. Нам говорят, что люди попадают на небеса просто благодаря доброте и снисходительности Божьей, поэтому мы не должны чувствовать страха перед законом Бога и бояться его справедливого наказания. Павел же, напротив, стремится показать своим слушателям неприходящую ценность и глубину того, что было совершено для нас Иисусом Христом на кресте. И потому начинает с самого основного – показывать то ужасное состояние, от которого мы были избавлены. Показывает абсолютную необходимость для человека иметь праведность Христа в тот момент, когда он предстанет перед святым и праведным Богом. Часто, очень часто мне приходилось, говоря о Христе, слышать в ответ: «Господин Спраун, очень хорошо, что вы верите в Иисуса Христа, что все это так важно для вас, я рад за вас, но мне Иисус не нужен». Не знаю, сколько раз я слышал от людей эти слова «мне Иисус не нужен». И скажу вам честно, каждый раз, когда кто-нибудь произносит их, мне хочется рвать на себе волосы, мне хочется сказать этому человеку: «Как вы не понимаете, что нет ничего, в чем вы нуждались бы острее, чем во Христе?» Представьте, если, во-первых, Бог существует и Он свят. Во-вторых, если вы хоть раз нарушили установленный им закон, представьте тогда, как вам нужен Иисус, как вам нужен Искупитель. Именно это стремится показать здесь Павел. Всем людям нужен Спаситель. И он начинает свое рассуждение об общем откровении в 1 главе послания словами 18 стиха. «Ибо открывается гнев Божий с неба на всякое нечестие и неправду человеков, подавляющих истину неправдою». Итак, из этих слов мы видим, что праведность Бога заставляет его гневаться при виде всякой неправды, то есть неправедности. Неправедность, о которой говорит апостол, в данном случае выражается в подавлении истины. А это такое подавление истины, в котором виновны все мы. Речь идет не о политике, не о каких-то научных истинах. Павел говорит о подавлении истины, касающейся самого Бога. Он продолжает. «Ибо что можно знать о Боге, явно для них». Потому что Бог явил им, ибо невидимое Его, вечная сила Его и Божество от создания мира через рассматривание творений видимы, так что они безответны. Но как они, познав Бога, не прославили Его как Бога и не возблагодарили, но осуетились в умствованиях своих, и омрачилось несмысленно их сердце». Вы слышали? Эти слова являются основанием для осуждения всего рода человеческого справедливым судом Божьим. Вы слышите, что говорит апостол? Он говорит, что с самого первого момента творения Бог явил и продолжает являть свою природу ясно и отчетливо для всех людей. И что это откровение доходит до каждого из нас, вследствие чего все мы имеем естественное знание о Боге. С помощью этого естественного знания вы не сможете написать полноценного трактата по систематической теологии. Оно не дает знания природы и деяний Бога, но оно включает в себя представление о Его вечной силе и божестве. Слова апостола звучат как удар грома, в обстановке современного секуляризма. Он говорит здесь об очень простой вещи. Каждый человек, который живет сейчас или жил когда-либо на этой земле, знает, что есть Бог, потому что Творец открыл себя всем. Но все мы по своей природе подавляем это знание о Боге, отказываясь прославить Бога так, как должны Его славить, и возблагодарить Его так, как должны благодарить. Короче говоря, мы все знаем, что есть Бог, но отказываемся славить и благодарить Его как Бога. Более того, поступая так, мы мним себя мудрыми, хотя на самом деле безумны. И потому что люди, как пишет далее апостол, славу нетленного Бога изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся, то и предал их Бог в похотях сердец их нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. Они заменили истину Божию ложью и поклонялись, и служили твари вместо Творца, который благословен вовеки. Вы помните, когда Моисей провозгласил 10 заповедей на горе Синай, 2 первыми среди них были заповеди, запрещающие идолопоклонство. «Да не будет у тебя других богов пред лицом моим, и не делай себе кумира». Но, говорит Павел, категорическим ответом человека на самооткровение Бога через природу стало стремление извратить это знание, подменить истину ложью, следствием чего стало обращение в идолопоклонство, которое в каком-то смысле тоже религия. Часто люди говорят, Богу все равно, во что мы верим, если мы живем честно, то есть если мы как-то религиозны. Но когда вы раскроете Писание и будете читать Ветхий Завет, вы увидите, как сурово Бог наказывает хананеев за поклонение Ваалу. Они тоже были религиозны, но их религиозность выражалась в идолопоклонстве. Значит, просто быть религиозным недостаточно. Бог требует истинного поклонения. Он требует, чтобы мы поклонялись Ему как единственному Богу и не воздавали славу чему-то или кому-то другому, существующему в сотворенной им реальности. Павел говорит, что Евангелие пришло в мир, который виноват перед Богом, потому что все люди отвергли его. Мне часто задают вопрос: что будет с бедным, невинным аборигеном в Африке, который никогда не слышал о Христе? В ответ я говорю: бедный, невинный африканец, который никогда не слышал о Христе, отправится прямо на небо. Ему не нужно накапливать призовое количество очков. Ему не нужен Христос. Тогда люди в недоумении смотрят на меня и говорят: неужели вы думаете, что миссионерская работа не нужна? В ответ я говорю: почему же? Миссионерская работа необходима. Но как же вы тогда говорите, что эти люди попадают прямо на небо и им не нужен Христос? Я говорю им в ответ: вы спросили меня о том, что произойдет с невинным аборигеном. Невинным людям вообще не нужен Христос. Живут ли они в Африке, или Антарктике, или Америке, или Европе, или где-либо еще? Вопрос в том, есть ли хоть один невинный человек в Африке, или Австралии, или где-либо еще на земле? Павел говорит здесь, что нет на земле ни одного невинного человека, и что Иисус пришел в мир, который не имеет оправдания перед Богом. Завершается первая глава 26 стихом, который рисует нам очень мрачную картину человеческой развращенности. «Потому предал их Бог постыдным страстям». Женщины их заменили естественное употребление противоестественным, подобно им мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигали с похотью друг на друга, мужчины на мужчинах, делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение. Далее он продолжает список грехов. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму, делать непотребство». Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия и так далее. Этим не кончается список перечисленных злодеяний, его можно продолжать. Кстати, злодеяния эти относятся не к закоренелым преступникам, чье место в тюрьме, они относятся ко всем нам, грешным людям. Павел заканчивает этот раздел словами: «Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Однако не только их делают, но и делающих одобряют». Все человечество упорно противится закону Божьему. В последующих 2-3 главах апостол будет развивать эту мысль, которую он затрагивает здесь, в конце первой главы. Когда мы делаем что-то безнравственное и оскорбляющее Бога, мы знаем, что поступаем плохо. Но мы не только продолжаем делать то, что, как мы знаем, плохо, но и других людей приглашаем делать то же. Мы также стараемся найти нравственное оправдание или рациональное объяснение своих грехов, чтобы оправдать себя перед святым и праведным Богом. Павел хочет сказать здесь, что человечество в своем падении достигло самого дна. Мы пали так низко, что не только поступаем нечестиво, но делаем это сознательно, прекрасно понимая, что Бог запрещает нам так поступать, и что Он призовет нас в конце концов к ответу. Более того, мы убеждаем себя в том, что сами слова Бога не истинны. Добро мы называем злом, а зло добром. Люди, которые поступают так перед лицом святого Бога, которые открыто приступают данный им закон, больше всего на свете нуждаются в Спасителе. В первой главе Павел провозглашает совершенно неожиданную мысль, что Бог не только открыл себя каждому человеку, но открыл себя совершенно ясно. Нам не нужно искать скрытых намеков в останках древних ископаемых или в сложных логических построениях, чтобы что-то узнать о Боге. Все творение представляет собой грандиозный театр славы Божией, который свидетельствует о Боге не намеками, но явно и прямо указывает на своего Творца. В греческом тексте стоит слово «фанерос», переведенное как «явно». В латинском переводе это слово было переведено прилагательным «манифестум», «откровением Бога». То есть это громкий и четкий манифест Бога о самом себе. Невозможно не заметить его. И на самом деле гнев Божий обращен не на тех людей, которые ничего не знают о его существовании, а на тех, кто прекрасно знает, что Бог есть, но отказывается прославить его как Бога.